Это очень радостный момент, что Центральный дом архитектора принял общественное движение «Архнадзор» в юбилейный год, как раз в те дни, когда празднуется десятилетие общественного движения «Архнадзор», принял не только с целью проведения серии деловых мероприятий, мероприятий, которые открывает фестиваль, публичный фестиваль «Архнадзора», всемосковский городской фестиваль, но и для того, чтобы мы впервые могли продемонстрировать весьма интересную выставку. Выставку, которую мы условно назвали выставкой выставок, потому что здесь представлены фрагменты нескольких выставочных, в основном уличных проектов, которые на протяжении 10 лет радовали москвичей и были посвящены самым актуальным темам градозащиты. Это и выставка «Корпусе руина» в Московском архитектурном музее. Самая первая наша большая выставка, большой выставочный проект. Это и информационные планшеты нашего проекта «Московские истории». Это и выставка «Градостроительная контрреволюция». То есть те знаковые проекты, которые собирали большое количество москвичей и в какой-то степени двигали актуальные вопросы градозащиты. Здесь же представлены плакаты или поддерживающие художественное решение с нескольких протестных акций и с презентацией основных проектов «Архнадзора». В частности, это продукт интернет-мониторинг, это «Красная книга». За мной находятся как раз плакаты по рубрикам этих акций, этого продукта. И наш такой презентационный плакат «Школа наследия» нашего просветительского проекта. Что интересно, вкраплено в этот выставочный проект еще несколько щитов, которые посвящены нашей деятельности по проведению акций публичных. Как раз это уже новый продукт. С 2009 по 2018 год здесь собрано какое-то количество фотографий с наших знаковых акций. Эта выставка, она не только ностальгия по тем серьезным активностям, которые проводил «Архнадзор» все эти 10 лет. Выставка призвана подстегнуть интерес к вопросам градозащиты, к актуальным объектам, которые сейчас уже могут точно так же терпеть бедствия, как и утраченные памятники в нашей черной книге. Но не только просто познакомить с нашей работой, цели этой выставки, но и мотивировать москвичей. А здесь еще в Центральном доме архитектора часто бывают профессионалы. Соответственно, люди, которые связаны с новой и политикой городской, градостроительной, и связаны с исследованиями архитектуры, для них будет важно понимание о нашей деятельности в городском полевом масштабе. Мы призываем всех, кто посмотрит эту выставку, кто посетит наш фестиваль, присоединяться к работе движения. Мы всегда рады, когда москвичи занимают активную позицию. Это наш город.